Просто расслабься сейчас. Mach, entspann dich einfach. Скажи внутри себя, я хочу любить это. Sag im Inneren, ich möchte es lieben. Попроси у отца, скажи, отец, я хочу почувствовать всю власть своих глаз. Und bitte den Vater und sag, ich möchte die ganze Macht meiner Augen spüren. Я хочу пережить эту эйфорию власти от возведенных очей. Ich möchte diese Euphorie der erhobenen Augen erleben. Чтобы действительно мои возведенные глаза останавливали время и смерть. Dass meine erhobenen Augen tatsächlich die Zeit und den Tod anhalten können. Чтобы мои возведенные глаза открывали во мне этот портал славы, из которого выходит все достояние и наследие Сына Божьего. Dass meine erhobenen Augen es öffnen, das Portal, und dass mein Erbe da hervorkommt. Я источник всего, когда мои глаза возведены. Ich bin die Quelle von allem, wenn meine Augen erhoben sind. Я есть путь. Ich bin der Weg. Жить так, как я считаю нужным, в моей власти. So zu leben, wie ich es für nötig halte, in meiner Macht. Мне дан дух, в котором нет лукавства. Mir ist der Geist gegeben, in dem keine List ist. И никакая ошибка не имеет для меня своей судьбы. Und kein Fehler hat ein Schicksal für Я молюсь за тебя, мой друг. Ich bete für dich, mein Freund. Я дую на твои глаза сейчас. Ich hauche deine Augen an. Почувствуй на своих глазах сейчас этот ветер Духа Божьего. На своем лице этот отцовский теплый бриз. Auf deinem Gesicht, das ist ein väterlicher Hauch, warme Luft. Помазание течет по твоему лбу, по твоим глазам сейчас. Salbung fließt auf deiner Stirn, auf deinen Augen. И я говорю тебе, чистый, чудный свет сходит на твой разум сейчас. Und ich sagte, reines Licht kommt jetzt auf deinen Verstand. Тот свет, о котором молился чрезвычайный Павел за Ефесян. Dieses Licht, wo Apostel Paulus außergewöhnlich dafür gebetet hat für die Epheser. Этот свет сейчас сходит на твои глаза, потому что я молюсь за тебя в Эфесе. Dieses Licht kommt über dich herunter, weil ich in Epheser bete. И я говорю, умножается способность видеть, есть и прилагается и умножается. Ich sage, die Fähigkeit ist da und die wird vermehrt zu sehen. Внутренность сейчас расширяется от смелости и эйфории созерцать. Вау! Dein Inneres wird jetzt geweitet von dem Freimut und von der Fähigkeit zu betrachten. И вот тебе ангел созерцания. Und da ist der Engel der Betrachtung. Который будет еще дальше тебе помогать и служить этому процессу в твоей жизни. Der dir weiterhin helfen wird und dir dienen wird in deinem Leben. Вот тебе ангел, я вижу, как он сходит к тебе, по тебе. Hier ist der Engel, ich sehe, wie er an dir heruntergeht. Который будет напоминать тебе о созерцании. Der dich erinnern wird zu betrachten. Напоминать о воображении. Der wird dich erinnern an das an die Vorstellungskraft. Этот ангел будет вести себя как ребенок с тобой. Dieser Engel wird sich wie ein Kind aufführen mit dir. Будешь чувствовать его заигрывание с твоим зрением. Посмотри сюда, посмотри сюда. Du wirst es spüren, wie er spielerisch dir sagen wird, schau hin, schau dahin. Он будет давать тебе это мечтательное настроение. Geben zum träumen.
И будет говорить тебе: возведи очи, возведи, возведи очи. А некоторым из вас он скажет: подними глазки, подними глазки. Это один из самых классных ангелов в твоей жизни. Иногда ты будешь чувствовать, как он берет тебя за подбородок и поднимает твою голову, чтобы ты смотрел. Когда ты, может, повесишь нос, wenn du vielleicht deine Nase hängen lässt, или опустишь свои глаза, oder deine Augen richtest du vielleicht nach unten, он будет брать тебя за подбородок и говорить: возведи глазки, подними глазки. Und er wird dich an deinem Kinn fassen und nach oben richten, damit du deine Augen erhebst. Отец, я благодарю тебя, Vater, ich danke dir, за каждого зрячего и созерцающего Сына Божьего. Für jeden sehenden und betrachtenden Sohn Gottes, дерзновенно созерцающего, der freimütig betrachtet, смело пользующегося воображением, mutig, der die Vorstellungskraft nutzt, как великим детским инструментом творения Бога, wie den größten Schöpfung Gottes. Я говорю тебе сейчас Духом Божьим. Und ich sagte dir mit dem Geist Gottes. Твои глаза – это творческие порталы. Deine Augen ist ein schöpferisches Portal. Ты даже не представляешь, какую силу имеют возведенные очи. Du kannst dir nicht mal vorstellen, welche Macht die erhobenen Augen haben. И Отец говорит тебе сегодня: я покажу тебе это. Und Vater sagt, ich werde es dir zeigen. Утвержу тебя в твоей власти смотреть на готовое. Ich werde dich in deiner Macht bestätigen, das Fertige anzuschauen. Нам всегда говорили: ты хочешь прийти на все готовое? Man hat uns früher gesagt, ja, du willst auf das Fertige schon kommen, wenn es fertig ist. Можешь показать на себя пальцем, сказать: я и есть тот, кто всегда живет во всем готовом. Und du richtest dein Finger auf dich und sagst: ich bin derjenige, der in dem Fertigen schon ist. Благословляю вас, друзья. Это чудесное время. Я просто погрузился сам в эту эйфорию.